Больше нет смысла готовить профитроли. Офигенная закуска за 20 минут. Слоеное тесто нужно раскатать в пласт и вырезать вот такие кружочки. Смазываем их взбитым яйцом и отправляем в духовку. Там они превратятся в шарики. Начинка может быть абсолютно любой. Я мелким кубиком нарезал огурец и семгу. Дальше все просто перемешиваем с творожным сыром и мелко нарубленным укропом. Получается очень нежная классическая начинка. Уже остывшие шарики разрезаем пополам, наполняем и можем пробовать.